Порядка 30 тысяч человек стали участниками фестиваля «Балхаш Турфест». На протяжении двух дней для отдыхающих на побережье проводили культурные, спортивные и экологические мероприятия. Посетить можно было передвижной музей национальных инструментов, приобщиться к фитнесу, йоге или стать участником соревнований по волейболу, гиревому спорту и армрестлингу. Обо всем в подробностях наш следующий репортаж. Этот фестиваль проводят уже второй год подряд. Мероприятие насыщено спортивными и развлекательными программами. Таким образом, организаторы стараются привлечь туристов в регион и дать импульс развития туристической отрасли на побережье Балхаша. Поздравляю с грандиозным культурным и спортивным событием, которое также направлено на развитие туризма. Ежегодно количество туристов в Балхаше растет. В прошлом году регион посетили более 360 тысяч отдыхающих. Это больше на 60 тысяч, чем в 2022 году. Популяризации отдыха на Балхаше напрямую способствует и Балхаш Турфест. Недаром курортная зона озера входит в топ-10 объектов республиканской карты туристификации. Воспитание экологической культуры – одно из направлений проводимой встречи. На фестиваль приехали около 150 бойцов отрядов «Жасыл-Ель». Это те, кто добился наилучших результатов в работе. Идея данного мероприятия – это приобщение молодежи к труду, также к улучшению экологической обстановки в регионе. Тем самым каждый молодой человек приносит вклад в улучшение экологической обстановки родного края. Да, подобные экологические акции проходят на постоянной основе. Молодежь активно принимает участие в данных мероприятиях. В том числе бойцами «Жасыл-Ель» проводится определенная работа. Также подключаются волонтеры со всех регионов нашей области. Взрослые дети на протяжении двух дней могли наслаждаться выступлением именитых артистов и ярких творческих коллективов, участвовать в спортивных состязаниях и экологических акциях. Прямо на пляже развернули здесь и большой фудкорт с лавками для ремесленников. Это большая площадка для бизнеса, потому что они могут выставить свою продукцию. Здесь представлено очень много наших сувениров, ремесленников, наша местная продукция, в том числе квас, какая-то рыбная продукция. Фестиваль на самом деле очень классный. Вот прошло всего 2 часа с открытия, и это очень грандиозное событие. Очень все организовано, очень классно. Дети довольны. Собравшимся представили передвижной музей национальных инструментов, дали возможность приобщиться к фитнесу, йоге, а также стать участником соревнований по волейболу, гиревому спорту и армрестлингу. Поразить своим творчеством решилась и этнофольклорная группа «Жоши», команда «Астана Кизет» и другие звезды казахстанской эстрады. Ярким завершением фестиваля «Балхаш Турфест» стал праздничный салют в день закрытия. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев. 5 канал.